Ежегодно в Амурске 2 сентября проводится акция «Стоп инсульт». С подробностями о ее проведении Яна Бобровская. Акция «Стоп инсульт» пользуется большой популярностью у населения нашего города. Здесь любой обратившийся потенциальный пациент может смерить свой рост, вес, давление и получить консультацию и советы для профилактики возникновения болезни. Сегодня у нас было 38 человек, из них в основном пожилой возраст, но и были молодые. У некоторых человек было выявлено повышенное высокое давление, были даны профилактические рекомендации для профилактики инсульта, диетка, которая соблюдается при гипертоническом кризе. Ну и так профилактическая работа была проведена. Пожалуйста, приходите к нам в поликлинику. У нас проводится программа по диспансеризации, где берутся ваши анализы, вам даются рекомендации и все прочее. Вы проходите к специалисту и вам дают заключение по вашему заболеванию. В этом профилактическом мероприятии также участвуют будущие врачи, например, София. Она является волонтером Центра «Натуралист» и не первый год помогает в проведении акции. В каком классе ты учишься? Я учусь в 10 классе. А вот расскажи, что тебя побудило принять участие в сегодняшней акции «Стоп инсульт»? Я планирую в будущем идти в медицинский университет или колледж, поступать на психиатра. И меня интересует эта тема, помогать людям и работать с всем этим. Ну, это твоя первая такая практика, скажем так? Нет. Не первая. Ты уже участвовала? Да, я уже участвовала в акции по туберкулезу. Ага. Ну и как тебе, нравится? Да, это интересно, общаться с людьми, рассказывать им. Узнавая даже что-то новое. Пользуясь случаем, я тоже прошла профилактический осмотр и прослушала короткий курс о том, как определить у человека инсульт. А всем, кто с вниманием относится к своему здоровью и принял участие в акции, вручили небольшой, но очень полезный витаминный набор. Яна Бобровская, Иван Манойленко, Евгения Кириенко, телеканал «Амурск».